Совбез ООН обсудит сегодня ситуацию с обстрелами турецкой артиллерии территории Сирии. Дискуссия, инициированная Россией, пройдет за закрытыми дверями. Ожидается, что на заседании прозвучит новый доклад, посвященный обстановке в Сирии. Турция, начиная с субботы, наносит удары по позициям курдов в окрестностях сирийского города Азаза. В этой связи сирийский МИД два дня назад направил письмо генеральному секретарю ООН, а также Совета Безопасности, в котором назвал действия Анкары поддержкой террористов. Действия Турции также осудили США. Вашингтон прямым текстом призывает турецкую сторону проявить сдержанность и прекратить обстрелы территории сопредельного государства.